дальше. Следующая весовая категория. Также 57 килограммов. Встречаем бойца из Кыргызстана. Абдурасулов Эрболот. Его соперник также из Кыргызстана. Аскарбек Улу Нурболот. Дорогие друзья, у меня слова благодарности. Благодарим президента Всемирной Федерации WEF Кыдырмышева Руслана Чаманаковича. Ваши аплодисменты. Спасибо организаторам, что проводите WEF-60 Pro Fight 25 именно в Харасо. Эрболот уже в октагоне. Ждем Нурболота. Дорогие друзья, бойцы готовы. В синем углу встречаем бойца. Весовая категория 57 килограммов, 170 сантиметров рост. Команда «Савай». Возраст 17 лет. Тренер Мадумаров Ханыбек. Под ваши аплодисменты Абдурасулов Эрболот. Его соперник в красном углу 57 килограммов, рост 165 сантиметров. Основные достижения спортсмена: чемпион Кыргызстана по греблингу, победитель WEF-52. Количество проведенных профессиональных боев 2. Победил подряд 2. 0 поражений. Команда «Файтер» Кыргызстан. Под ваши бурные аплодисменты. Аскарбек Улу Нурболот. Бойцы на середину. Слушаю мою команду четко. За шорты, за сетку не держим. Позвоночник. Пах не работаем. Пожали руку друг другу. По углам. Удачи, бойцы. Ой, мерма! Давай, 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 давай!
удушающим одержал победу боец из Кыргызстана.